Сборная России по футболу 4 раза не попадала по спортивному принципу на крупные турниры. Чемпионат мира 98, Евро-2000, Чемпионат мира 2010. Но почти всегда это было через борьбу, где-то через трагедию. И только непопадание на чемпионат мира 2006 было какой-то безысходностью. Тогда наш футбол оказался на дне. Привет, друзья! Вы на канале о русском футболе Russian Football. Меня зовут Антон Ванюшов. И у меня на канале выходили уже ролики о провале сборных России на различных турнирах. Был ролик про Евро-2012, посмотрите его. Был ролик про Евро-2004, тоже обязательно его посмотрите. А сегодня мы поговорим, как сборная России не попала на крупный турнир, на чемпионат мира 2006 года. Ночной позор в Португалии. Отставка Ярцева, приход Семина, приход Мутко вместо Колоскова. В общем, интересное время, когда реально наш футбол оказался на распутье. Это граница, ну, наверное, двух эпох в российском футболе. Прежде чем начнем вспоминать, у меня несколько просьб для вас. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий для продвижения. Если вы вдруг не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Не только на мой канал на YouTube, но и на мой канал в Телеграме. Там оперативные новости, плюс там много информации о моих друзьях. Еще перед стартом Евро-2004 Вячеслав Колосков, руководитель Федерации футбола России, заявил, что Ярцева из команды не уволят ни при каких обстоятельствах, как бы ни закончился чемпионат Европы в Португалии. Ну, по всей видимости, Колосков таким образом как-то хотел поддержать, раскрепостить Ярцева. И самое интересное, не обманул. Ярцева после Евро не уволили. Это, кстати, на тот момент был первый случай, когда тренера не убирали после провального турнира. Ну, в свое время там Бышевца после Евро-92 убрали, Садырина после чемпионата мира 94, Романцева убирали после Евро-96 и чемпионата мира 2002. Тут, после того, как команда не вышла из группы, Ярцева все равно оставили. Потом, уже спустя много лет, рекорд Георгия Александровича повторит Фабио Капелло, который не выйдет из группы на чемпионате мира 2014, но его все равно оставят. Но там была немного другая ситуация, там был жуткий контракт. А здесь Ярцева оставляют, но при этом, понятное дело, многие вообще удивлены, что его оставили. Сборная без шансов, проиграли испанцам, португальцам, кое-как выиграли греков. Возможно, то, что греки стали чемпионами, поэтому как-то Ярцева оставили. Но много недовольных, что Ярцев остался у руля сборной России. На одной из пресс-конференций в преддверии отбора к чемпионату мира 2006 года Ярцева и Колоскова даже облили апельсиновым соком. Сегодня в Москве была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию по итогам заседания Российского футбольного союза. Неизвестный молодой человек выплеснул сок на главного тренера сборной Георгия Ярцева и президента РФС Вячеслава Колоскова. Но организаторы акции не учли железной выдержки и самообладания главных спортсменов страны. После выдворения хулигана из зала они закончили пресс-конференцию и рассказали о планах подготовки к отборочным матчам предстоящего чемпионата мира. А тренировать сборную, как стало известно на этой же встрече с журналистами, будет Георгий Ярцев. Таково решение исполкома футбольного союза. Таким образом, провокатор высказывал отношение, в первую очередь, кстати, не к Ярцеву, а к Колоскову, но и заодно Ярцеву досталось, что нужно уходить и президенту федерации, и главному тренеру сборной. В отборе к чемпионату мира 2006 сборная России получила группу, где обязана была занимать второе место. При определенных раскладах можно было и за первое побороться с Португалией. Помимо португальцев, Словакия, Эстония, Латвия, Лихтенштейн и Люксембург. Стартовый матч отбора состоялся 4 сентября 2004 года в Москве на стадионе «Динамо». Сборная принимала команду Словакии. По предтурнирным раскладам именно словаки в принципе могли навязать сборной России борьбу за второе место. В стране в первые октябрьские дни 2004 года было не до футбола. Бесланская трагедия развивалась практически в прямом эфире. Матч сборной даже решили не показывать по Первому каналу. Сама игра прошла с траурными повязками и при приспущенных флага. Сборная России забила быстрый гол, на 14-й минуте отличился Булыкин, а дальше, ну, по сути, бросила играть. Бросила играть. Словаки реально в Москве владели преимущество. Если бы не Вячеслав Малафеев, игра реально могла бы закончиться разгромом. Словаки бы накидали 3-4 гола, но Малафеев там просто спасал как боженька. На 72-й минуте, несмотря на отвратительную игру сборной России, все могло закончиться, ну, максимально позитивно. Ворота словаков был назначен пенальти, Коряка против Чонтофальски и
Коряка не забивает. А через 15 минут Роберт Витек забивает гол в ворота сборной России. Ничья в стартовом матче со словаками 1-1. И тогда все считали, что Россия не потеряла 2 очка, а приобрела 1. Потому что, ну, реально вся игра прошла под диктовку сборной Словакии. Достаточно средней команды. Кстати, сразу после игры поползли слухи о том, что Ярцев чуть ли не в раздевалке попросился в отставку. Колосков ему отказал. Правда, уже через пару дней сам Колосков все эти слухи опроверг. Через месяц сборная России обыграет Люксембург со счетом 4-0. Хет-трик Сычева и гол Аршавина. И отправится в Португалию, где сыграет, возможно, самый страшный матч в своей истории, который в народе прозовут «ночным позора». Вспоминаем контекст. Сборная России громит команду Люксембурга. У нас, как обычно, все, мы чуть ли не чемпионы мира. Параллельно Португалия играет в ничью с Лихтенштейном 2-2. И это все накладывается. Мы реально едем в Португалию какие-то уверенные в себе. Сейчас мы вам отомстим за поражение на чемпионате Европы, за несправедливое удаление Овчинникова. Все, португальцы, вам хана. Дальше вы знаете. Сборная России в этом матче пропустила 7 голов, забила только 1. Ярцев после 6-го гола не выдержал, ушел в подтрибунное помещение. Потом выяснится, что Ярцеву чуть ли там в буквальном смысле не стало неплохо, его там чуть ли не откачивали, искали таблетки. Когда Ярцев уходил в подтрибунку, это показали в трансляции матча, комментатор Виктор Гусев, ну, практически прямым текстом говорил, что Ярцев уходит не с матча, а уходит в отставку. Имена футболистов, которые сыграли в том невероятнейшем матче, который навсегда вошел в историю. Малафеев, Анюков, Бугаев, Евсеев, Игнашевич, Сенников, Алдонин, Смертин, Аршавин, Сычев, Булыкин. На замену выходили Бояринцев, Гусев и Кириченко. Удивительно, но после 7-1 Ярцева снова не уволили. «Спортэкспресс», главная газета того времени, выйдет с 2 заголовками на дне, и вместо тренера пустое место. Ну, понятное дело, общественный резонанс был невероятнейшим. Там все от театральных киноактеров, политиков, Жириновский, Абдулов, все поносили сборную. Ну, и объективно было за что. Невероятнейший позор. Самое крупное в истории поражение, если мы не берем там царские времена, когда футбол был еще в совершенно другой парадигме. В общем, позорище ночное. Матч Португалия-Россия. В ноябре сборная обыграет команду Эстонии 4-0 и уйдет на зимний перерыв. Ну, спокойненько, уже немного подзабыли эти 7-1. Нужно все это переварить и двигаться дальше. Но после ночного позора на ковер к Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, вызвали Виталия Мутко, который на тот момент был в Совете Федерации, отвечал за спорт и молодежную политику. Там ему все сказали, что думают об игре сборной России. И, по сути, с этого момента стартует некая предвыборная кампания Мутко на вхождение его в должность президента РФС. И уже в январе 2005-го Вячеслав Колосков, который с 1979 года возглавлял отечественный футбол, подает в отставку. Я подумал, посоветовался с товарищами из Кремля и принял решение о досрочном прекращении своих полномочий в качестве президента Российского футбольного союза. Дискуссий по этому поводу не было. Я провел серьезную предварительную работу заранее. Был жесткий прессинг на всех уровнях. Во время зимних праздников мне дали время подумать. Я уехал в Кисловодск и обдумал свое решение. Я подчеркиваю, это решение мое решение, заявил Колосков. Ну, по сути, уже тогда стало ясно, что, скорее всего, президентом будет Мутко, хотя там была некоторая предвыборная интрига в виде Тукманова, но все понимали, что государство в лице Мутко заходит в Российский футбольный союз, чтобы навести там некие порядки. Ну и стало понятно, что с уходом Колоскова, по сути, все понятно и с Ярцевым, его в самое ближайшее время тоже уволят. 26 марта сборная России с трудом выиграет у Лихтенштейна, а потом 30 марта потеряет очки в Таллине в игре с Эстонией. Через 4 дня после ничьи с Эстонией Ярцев напишет заявление по собственному желанию. Кто вместо Ярцева? Успех Васимила Петржелы в Санкт-Петербурге вновь поднимает дискуссию о том, что в сборной России нужен тренер-иностранец. Но где посреди отборочного цикла ты найдешь хорошего иностранца, который согласится
находиться, возглавить сборную в достаточно сложной и щекотливой ситуации. Ну, нигде его не найти. Еще же деньги на него надо найти. Поэтому Мутко обращается к своим родненьким тренерам. И здесь, в общем-то, с самого начала был всего лишь один кандидат. Юрий Павлович Семин из «Локомотива». Вопрос стоит только в одном. Будет ли Семин совмещать, либо сосредоточиться исключительно на работе в национальной команде. В итоге, вот на этой теме совмещения или несовмещения случится большой вообще, в принципе, скандал. У Семина к этому времени очень сложные взаимоотношения с президентом «Локомотива» Филатовым. Они вместе строили этот «Локомотив», но к какому-то моменту, ну, видать, устали люди друг от друга, и уже отношения не те. Семин очень хотел поработать в сборной, ну, наверное, да, там в тренерской иерархии это такой пик. Тем более Юрий Павлович уже несколько раз заходил в сборную, он в 94-м помогал Садырину, в 98-м в отборочном цикле к чемпионату мира 98 помогал Игнатьеву. Ну и, конечно, хотел попробовать себя главным. Вот такой вариант нарисовался. Семин вроде бы как договорился с Мутко о совмещении. И поверх Филатова договорился с руководителем РЖД Фадеевым тоже о совмещении. Естественно, это не понравилось Филатову. И в итоге там Филатов с Мутко как-то все это порешали. И было принято решение, что Семин уйдет из «Локомотива» и сосредоточится сразу на работе в сборной. Официально формулировка звучала, что Семин откомандирован в сборную до конца отборочного цикла. Ну, вместо него Штреков. И якобы Семин должен потом вернуться в команду. Трудности с этим решением будут и у нас, в «Локомотиве». Но я думаю, что не легче, если не тяжелее придет ему сборной. Поэтому хочется пожелать успехов. Это главная наша команда. И честь, что доверили честь руководителю нашему тренеру. Спустя много лет Юрий Павлович вспоминал всю эту ситуацию вот так. Каково же было мое удивление, когда на всю страну объявили, что Семин переходит в сборную и при этом уходит из «Локомотива» с возможностью туда вернуться после окончания отборочного цикла. Более того, это сделано РФС по договоренности с Фадеевым и Филатовым. Мы-то договаривались совсем о другом. Все было освещено в СМИ так, что отказаться работать в сборной я уже не мог, рассказывал Семин. Летом 2005 года стартовый матч команды Семина в отборе с Латвией, победа, потом была ничья в товарищеском матче с Германией. И это снова момент, когда надежда появилась в сердцах российских болельщиков. Вообще, несмотря ведь на сложность момента, Семин получил неплохую команду. Те молодые футболисты, они уже подросли, обросли, как говорится, мяском. Много опытных футболистов, много футболистов из «Локомотива», которые очень хорошо знают требования Семина, которых очень хорошо знает сам Юрий Павлович. То есть это был не какой-то бесперспективняк, как будто бы что-то слепить из этого можно было. Но второй матч в отборе под руководством Семина снова нас, знаете, с небес на землю, причем очень сильно так ударил. Матч в Риге против Латвии, ничья, но самое главное, безобразная игра команды. После этой ничьи, в принципе, стало понятно, что выйти там с первого места практически не получится уже точно, да и за второе придется бороться, и уже не все зависит от команды России. Потом обыграли Лихтенштейн, с трудом, но обыграли, а затем сыграли нулевую ничью с Португалией. При том, что, кстати, игра с Португалией получилась очень хорошая со стороны сборной России. Команда Семина контролировала игру. В конце первого тайма удалили Смертина. Во втором тайме играли в десятером весь тайм, но все равно имели преимущество. 0-0 такой вроде бы закономерный результат, с учетом того, что в десятером полматча отыграли. Но с другой стороны, было ощущение, что сборная реально могла победить в том матче португальцев. К этому моменту уже всем все понятно, сборная борется за второе место, и в общем-то после Португалии все довольны, и Семин, и Мутко. Ну что, теперь нужно бороться за второе место, а там стыки и ждать соперника, а может повезет. Теперь все должно было решаться в октябрьских матчах. Сначала поиздевались над Люксембургом 5-1 и выезд на решающий матч в Братиславу со Словакией. Там сборная России обязательно нужно было побеждать. Словакам можно было сыграть ничью. Я прям
помню, как все писали, говорили, что слава богу, нас не устраивает ничья, нам нужно победить. Это вот всегда для России так. Если бы устраивала ничья, начали бы играть на ничью, и тогда точно бы никуда не вышли. А тут нужно побеждать, приедем и вынесем ваш колхоз. Час Х, 12 октября 2005 года, Братислава, состав сборной России. Акинфеев, Березуцкий, Сенников, Березуцкий, Анюков, Смертин, Измайлов, Лоськов, Белединов, Аршавин, Кижаков. Сборная России с первых минут завладела мячом и практически весь матч доминировала, владела мячом. Правда, опасный момент все равно почему-то создавали словаки в контратаках. Последние 15 минут матча, там вообще настоящий навал пошел. Словаки выставили не 4-этажный, а, не знаю, 10-этажный автобус. При этом, опять же, в контратаке чуть не забили нам, но в итоге не пропустили. Нулевая ничья, которая оставляет сборную России без чемпионата мира 2006 года. Семин установил уникальное достижение для тренеров сборной России. Он не проиграл ни одного матча, правда, и задачу не выполнил. Кстати, Семина не сильно-то и критиковали, больше критиковали футболистов, да и вообще просто, вообще в принципе так абстрактно футболистов. А сам Семин просил на пресс-конференции не критиковать эту молодую команду, что у нее большое будущее. Виталий Мутко был готов оставить Семина у руля сборной России, чтобы он готовил команду к Евро-2008, но Семин понимал, что у команды в ближайший год не будет официальных матчей. Плюс в Локомотив он уже не вернулся, но тут же появилось шикарное предложение от Динамо, где тогда было много денег, где были португальцы. И в итоге Семин потом признавался, что все-таки ему нравится вот эта ежедневная работа в клубе, и год сидеть без официальных матчей он не захотел и покинул сборную непобежденным, возглавил Динамо, а сборная осталась без тренера. В этот момент российский футбол, в частности футбол сборной, оказался на дне. При этом сам вообще российский футбол очень бурно развивался. Огромное количество легионеров ехало, зарплаты, суммы трансферов, все росло. Казалось, ну вот сейчас выходим на какой-то невероятный уровень. Там ЦСКА в 2005 году выигрывает Кубок УЕФА. Казалось, ну мы сейчас просто в элиту ворвемся. И тут так сборная, которая не попадает даже на чемпионат мира 2006 года. Но, в общем-то, с этого момента были сделаны определенные выводы, и та дискуссия о иностранном специалисте, вот этот провал, этот невыход на чемпионат мира, он, конечно, ее подтолкнул. Практически сразу после этого в сборную России возглавит иностранный специалист, приедет Гусхидин, начнется новая эпоха в истории российского футбола, и вплоть до 2015 года сборная России будет возглавлять только иностранные специалисты. Но об этом уже в других выпусках. Спасибо большое, что посмотрели. Еще раз напоминаю, лайк, комментарий для продвижения, подписка на канал. Не забываем про моих друзей. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи, успехов. Пока.